22 декабря 2015 год, Харьков, рынок Барабашова, академика, на станции академика Барабашова. Так, памятный знак установлен в честь десятилетия крупнейшего в Европе торгового центра Барабашова. Пусть бог торговли Меркурий помогает каждому и принесет успех всем. Странно. Я думал, бог торговли Гермес. А судя по тому, что рынок недавно в очередной раз горел, не особо-то господь торговли Меркурий он там или Гермес. За этим делом следит. Так. Увеличивать или не пропустит потом цензура. Что у нас там помимо Гермеса и его половых признаков? Значит, рок изобилия. Один из элементов символа Харькова. Кадуций. Тоже один из элементов символа Харькова. Надо, можно еще обойти этого бога сзади снять, чтобы еще один символ Харькова в кадр попал. Кадуций. Ну, рок изобилия понятно, что кадуций сказать бы, что символ власти, но вообще-то это на самом деле сложное слово, которое вам точно в жизни никогда не понадобится. Погодка у нас совершенно не зимняя, плюс 7, по-моему. Нету здесь нигде. А, вон плюс 5. О, да? Это же оно или не оно? 09.43 плюс 0.5. О, как хорошо. 22.12, чтобы было понятно, что я не соврал. 9.43 по Киеву. Плюс 0,5 в 22 декабря, 12 месяц, да, до 15 года. Год не показывает. Ну, в общем. Надеюсь, хотя бы год я не ошибся, называя. Ну, в общем, самый короткий день в году. Как бы он ни оказался самым теплым этой зимой. Аномалия.